А вот полетел еще один представитель фауны и флоры. Голубь-акробат. Цель его – зацепиться вот за эту жердочку, на которой сидят эти козявки, и вырвать свою пайку семечек. Что-то он сегодня какой-то неактивный, видимо, сытый. Обычно он раз по 20 подлетает, цепляется, хватает, падает. Да, значит, он сытый. Это, видимо, тетки накормили его там крошками, там, какими-нибудь зернышками. Просто, когда вытягивает голову, то он прицеливается. А теперь сюда смотрит. Ну-ка, опа. Вот такая ведуха каждый день. Такая коняга. Вот. Сейчас опять прицел. Так. 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 Опа. Вот оно. Вот оно. Второй там копытце у него там. Так оттопырено смешно. И вот он, вот он, вот он, вот он. Набить быстрее. Вот какие копыта у нас. Вот такая ведуха страшная каждый день. Опа. Ну, в общем, такое будет длиться, пока не наестся.